Привет. Привет. Собираешься? Собирается в магазин. Всем привет, давай окошко хоть откроем. Доброе утро. Голову помыла. Хорошо высушила? А деньги у тебя есть? Помоги. Есть? Не что хочу случилось? Кровать сделать. Нет, иди давай сама кровать заправляй. Иди кровать заправляй сама. Ты уже большая, давай, давай. У мамы сегодня выходной. Мама сегодня ничего не делает. Я твою заправлю, а ты мою заправишь. Да. Договорились? Да. Ага. Делай. Давай, помогай. Помогай давай мне. Время уже 10:18. Бэби Йода даже на подушке. Тебе осталось еще купить постельное белье Бэби Йода. И вообще тогда будет замечательно. Давай. Вон там сидят тоже. Один большой, другой маленький. Сколько у тебя их? Раз, один, два, три. И вот тут раз, еще один сидит. Раз, два, вот три, этот. Четыре, пять. Он уже не работает, что ли? Батарейка села? Нет. Четыре. О. Вот еще. Уже он шевелит. А, вот еще один. Коллекция целая. Это можно поговорить. Надо убирать сначала Макса кровать. Мы поехали выбрасывать мусор. Это картон, бутылки. И нужно успеть до 11:30. А сейчас сколько? 10:30 успеем. Опс. Большая коробка. Поехали. Там погода сегодня хорошая. Может куда-нибудь съездить, погулять? Курточку возьмешь, да? Нет, не надо. Она куда? Ты не покушала, Маркуш? На. Марка, я не хочу кушать. Я твою перчатку нашла в машине. Ура. Хорошо тебе погулять, я не знаю. Все, пока. Так, нам пришла посылочка. То есть эта посылочка пришла Ксюше. Где наша Ксюша? Она даже не знает, это для нее сюрприз. Ксюша! Это тебе. Что? Потому что открывай. Ну, открывай. Почему мне? Потому что я так хочу, чтобы это было тебе. Почему мне? Не знаю, открывай. Это на что? Ты же такие Бершки хотела. Тоже такие были. Это Бершка же. Правда? Это да. Бершка, но это же талант. Только я взяла два размера, чтобы ты померила. Да, я взяла 37 и 38, вот поэтому я взяла еще и 38. Надо померить. Это 38. На одном желтые шнурки черные, да. На другом розово-черные. Розово-черные, да. А за носки? А вот это? Давай, надевай носки. Это Бершка. 37. Это ксельчик маленький. Это что? Мне. Это что? Это масло для лица. Массаж делать. Не, надо разлетать. Угу. 37 ей как раз, но мне кажется, лучше 38. Так, хотя бы тебе и на следующий год хватило. Убирайте новую. Смотри, они уже так. Угу. Так, 38. Да, ну, это лучше. Лучше, да? Удобнее? Угу. Ну, тут, ну, просто у меня тут палец тут. Угу. А то у меня тут. Удобнее? Угу. 38. Можно убрать желтые, убрать розовые, только черные. Можно убрать черные, только желтые, розовые. В общем, а что лучше? Как хочешь. Можно сразу все. Шнурки длинноватые, но мы вот так вот их оставили. Так прикольно. У нас сломался чайник. Теперь нужно вот так вот держать, пока не закипит. Потому что он выключается. Стою, кипячу. Мы решили поиграть в игру. О, раз, два и плюс один. На, мало. Раз, два, три. Тоже мы играли. У меня Макс. Макс, кидай. А потом мама. Пять. Раз, два, три, четыре. О!
Раз, два, три, четыре. Не попало. Тут было бы еще плюс. Назад, минус 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Бонь, сегодня у тебя банный день. Будем купаться. Она ходит в них целый день и снимает. А? Тебе нравится? Спать в них тоже будет? Бабушка ей скрепыша подарила, она его зацепила на шнурки. Насчет хорька. Что мы решили? Отменяется у нас покупка хорька, потому что прочитала информацию, именно у нас здесь в Швейцарии, оказывается, запрещено покупать одного хорька. Нужно обязательно брать двоих. Либо девочку-девочку, либо мальчика-девочку. Поэтому я либо не хочу. Мальчика, я них не... Нет, мальчика нельзя. Мальчика-мальчика нельзя, потому что говорят, что они очень часто, в общем, ссорятся. Да, они воюют. Поэтому у нас отменяется покупка хорька. Хотелось бы, конечно, но двоих я не хочу. Здесь вот такие вот правила. Хорьков продают в паре, кроликов продают в паре, морских свинок продают в паре, птичек тоже продают только в паре, хомячков по отдельности продают. Хомячки по одному могут жить, а вот думаем мы насчет кошки еще. Вчера я искала, смотрела, заходила вчера на сайт и смотрела вообще, какие породы у нас продаются. Не надо. Мне порода понравилась. Я смотрела британскую. Ну и да, мейн-кун, папе, который нравится. Тоже нашли котята. Мейн-кун. Стоят, конечно, они много. Чуть дешевле, чем мы Бонни покупали. Бонни мы покупали за 1600. Мейн-кун стоит... Есть один мейн-кун за 800 франков. Это да, не чистокровный мейн-кун. Там папа мейн-кун и мама какая-то другая порода. Европейская, что-то такое. Потом еще одни котята за 1100. Сколько Бонни стоило? Бонни 1600. Да. Потом еще одни есть котята, но их продают только после Нового года. Они еще маленькие. И они стоят 1100. И нашли еще одних котят. Там три котенка, два сереньких, один рыженький. Их уже сейчас продают за 1200. Вот, поэтому... Ну вот они не такие дорогие, как Бонни. Но там чистокровный мейн-кун, там прям такие мордочки. Ну, мы написали хозяину, ждем ответа, что нам напишут. Наш папа сказал, что если будем брать кошку, то только мейн-кун. Ему нравится. Эта кошка будет крупнее, чем наша собака. Дорогая. Они... Ну, если ты хочешь хорошую породистую кошку, они у нас все стоят около 1000, даже больше. Мне еще нравится... Ой, как же они называются? Такие... Окрас у них леопардовый. А, да, эти. Бенгальский какой-то, что ли, если я не ошибаюсь. Бенгальская кошка. Они еще дороже. Стоят 1600, 1800, под 2000. Бонечка, пошли купаться. Пойдем, быстро. Бонни! Кто тут у нас сидит? В джакузи. Бонька сидит. Что, не нравится? Не нравится тебе? Стой так. Максюня тебя будет мыть. Купаться, это же круто. Нет, совсем не нравится. Да еще идем, Джудик. Все, пойдем. Идем. Где? Лохматушка. Лохматая. Да. Нет, не пускай ее на подушку, она намочит. Не надо туда. Вот на этой подстилке пусть вытирается. Ой-ой-ой. Ваня тут. Она сейчас упадет. Маргоша пришла. Джоггеры взяла. И все, что ли? Больше ничего? Еще один забираю. Ну тебе мало джоггеров, что ли? Сейчас только джоггеров. Просто серенькие джоггеры. Мы опять с Ксюшей играем кубик Рубика. Кстати, классная игра, советуем. Если увидите где-нибудь, возьмите. Давай, складывай. Все? Все? Все, касса. Долго думаешь, мадам? Желтый, красный. Мы сейчас будем ужинать, и на ужин сегодня у нас фондю, сыр. Фу, сыр. Я уже такой беру второй раз, он очень вкусный. Именно вот эта вот марка Deluxe.
Вот она наша грелка. На ней будет греться кастрюлька и плавиться сыр. Так, хлеб. Мы всегда берем вот такой вот серенький. Сыр плавится. Не знаю. Так, сейчас мы... Нужно еще его хорошенько поплавить. Маргарита ушла? Опять на улицу? Видите, ее практически дома не бывает. Это Ксюша у нас дома, домашняя, дома сидит. А Маргарита туда-сюда. Он так тянется. Mm-hmm. Сыр. Mm-hmm. Проснись. Мы уже написали хозяину котят. Мейн-кун. И нам ответили. В общем, сейчас я вам покажу, какие котята. Три котенка, два сереньких, один рыжий. Они нам ответили. Два сереньких — это девочки. И, как я понимаю, рыжий — это мальчик. В общем, мы думаем, либо... девочку, либо мальчика. Пока еще не знаем, пока еще не определились. Вообще они находятся в Германии, ну, недалеко, в принципе, от нас, где-то около 2 часов, наверное, езды. Но они сказали, что они могут привезти сюда, в Швейцарию. Вот они, два сереньких и вот такой вот рыженький. Вот это две девочки. Я так понимаю, что вот это мальчик. И у одного котенка, по-моему, разные глаза, разного цвета. Один зеленый, другой голубой. Вот этот вот. Вот голубенький глазик, а другой немножко такой зеленоватый. Вот такие симпатяшки. У них уже все, прививка есть. Чип у них есть. В общем, готовы они к новому дому. Но сегодня они нам уже точно не ответят, потому что время уже 11 часов ночи. Будем ждать ответа завтра. Мне, в принципе, и серенький нравится, и рыжий. А так мне без разницы, мальчик, девочка. Без разницы. Да, дружок появится скоро. Она у нас еще никогда не играла с кошками. Даже близко не стояла с ними. Посмотрим. Подружится, куда денется, да, Вонь?